Я могу делать все, что я захочу! Целые 24 часа! Я его продал за 0.3. Продам за одну голду! Да так солю, что его забанят! По-моему, это вообще самая гениальная тактика для троллинга. Здорово всем, ребята, Кентуга на проводе, и сегодня я не один, со мной мой любимый друг по имени Бобобин, поздоровайся. Ой-ой-ой, всем квакаё, братва. Бобобин, а ты знаешь, что мы сегодня будем делать? А я уже зашел на твой аккаунт, буду сейчас показывать скилл. А я зашел на твой аккаунт, братанчик, ты в курсе, что прямо сейчас мы можем на протяжении 24 часов делать с аккаунтами друг друга все, что мы захотим, понимаешь, уровень? Ты это только главное клан, не трогай там клан. Сейчас всех кикнем. Давай так, я скажу так. Я на том аккаунте, ну, особо ничего делать не буду. Максимум продам Авик ТХ, М40 Монстерс, М9 Байонет, все перчатки и все, что у тебя есть. Ну че, ребята, и прямо сейчас с аккаунта Бобовина мы разбираем стилета Тайдай. Прикиньте, стилета Тайдай Бобовина. И чтобы получить это первое, поставить лайк и подписаться на мой канал. Во-вторых, напиши любой хороший комментарий и твой ID. И третье, самое-самое главное, посмотри все видео от начала до конца без перемоток. И вот этот стилета будет твоим. Ну что же, а мы идем дальше. Ну что, дядь, ты готов? Да, я готов уже. Я уже руки чешутся, чтобы мы начали, и я начал тоже. Брат, ну так почеши руки, не будет чесаться. Ну что, ребята, прямо сейчас мы с Бобовиным прощаемся на 24 часа, потом созваниваемся и смотрим, кто же что сделает на аккаунте друг друга. Что, братва? Погнали! Бобовин, берегись, я деру твою попку. Ну что, ребята, я на аккаунте этого Бобовина вонючего, этой перхоти, этой пыли... Так, ну что, кентушенька, я надеюсь, ты у меня там на аккаунте не сильно разоряешь меня, поэтому я тоже, в принципе, не пальцем деланный, готов тебя не сильно разорить. Ну что, ребята, и прямо сейчас я могу творить все, что я захочу на его аккаунте. Обалдеть! Авик ТХ, Авик ТХ! Я хочу прямо сейчас стереть какую-то наклеечку. Я вот думаю, кстати, почему у него куплен Хэллоуин 2019 стикеры? Типа, это намек, чтобы я его слил или что? Не дело так, чтобы стикеры в самом начале стояли, надо, чтобы они были в инвентарь. Стой! Эники, беники, ели вареники, эник, беник, будешь ты. Минус одна наклейка, блин, ребята. Я могу делать все, что я захочу. Целые 24 часа. Обалдеть. Я хотел выбить тебе, окупить тебя, но что-то пошло не по плану. А скорпион кейс, подожди, он дорогой. Блин, может тоже скорпион открыть, а то я давно не открывал. Они уже дорожать начинают, можно, в принципе, затестить. Я только сейчас ножичек выбью и окуплю кентуху. Только не сегодня, походу. Так, ребята, листаем дальше. Слушай, может мы крафтик бахнем? На крафтецкого хватает скинов? Блин, на крафтецкого не хватает. А вот эта М40, она дорогая. 57 голды, дорогулечки, ты моя. За одну голду сюда на базу улетела. О, пацаны, еще такое расскажу. Короче, вы в курсе, что проходит нереально крутая акция. Тебе надо просто поделиться страницей с другом или установить игру, чтобы получить один из возможных призов. 119 рублей, 499 рублей или 1999, я не шучу. Но если ты купишь золото на 500 рублей, то значит ты можешь получить... Внимание, ты можешь получить халявный промик или Empire Case. Или даже голдишку. Но если ты никогда в жизни об этом не слышал, и ты новый пользователь, то ты можешь вообще получить за первую свою покупку 50 или 500 золота бесплатно. Ссылка на акцию в описании. Переходи и участвуй. Блин, что-то у него одни кейсы на аккаунте. Я даже не знаю, что у него еще есть. Подожди-ка. Я нашел, что еще есть. Давай просто снимем его. Сэндов, придумайте новые функции для троллинга, чтобы можно было делать. Я фиг знаю. Это только на рынок выставлять. Это такое себе. Надо кнопочку, чтобы можно было спрятать в какой-нибудь сумму. Сундук, чисто предметы, и тогда вообще троллинги будут идеальны. Так, ребята, идемте дальше на аудиторию. Что же мы еще можем сделать? Давайте Desert Eagle Якутс Бобовина, я запрячу на рынок. Так, 29, 1, 2, 3. Все, я просто беру и прячу его на долбанный рынок, имбулечка. А давайте я Авик ТХ тоже запрячу на рынок, чтобы он подумал, что как будто я его продал за 0.3. Все, ребята, найсик. Давайте просто выставим ножичек, чтобы с инвентаря у него пропал он, и все. Что еще у него интересного в инвентаре? О, М40. Неплохо. 21 тысяча, блин. Ну, М40 я не хочу трогать. Это как бы... М40 вообще не трогаю, потому что кто я? Лягушка, которая любит мух. Так, что же мы сделаем еще? А давайте я продам какую-то его аркану. Например, Юнпистер 5 Бист. Продам нуждающимся за одну голду. Ну и это далеко не все. Я знаю, что Бобин жесткий кипер. У него жесткий ранг. Элита, мастер, рейнджер. Братва, я прям сейчас зайду в союзнички и солью ему одну каточку. Да так солью, что его забанят.
Главное, чтобы карточка нашлась. Так, 777, все выставили. Не, все, по-моему, кончились дорогие скины у него. Я, по-моему, все слил. А, нет, я же еще ничего не слил, подождите. А, Юспик еще у тебя, братанчик. А что по Юспику интересного, подожди-ка. Блин, ну наклейки не хочу стирать. Опять, как с тиктаком, будет фиасочка, что я стру дорогую наклейку. Просто продаем за 30 тысяч голды. Надеюсь, кто-нибудь купит. Чисто окупим кентуху сегодня, если кто-то у него за 30 тысяч голды купит. А давайте реально пранк устроим жесткий. Скины буду продавать за цену выше, чем на рынке. И прикиньте, реально кто-то выкупит, это вообще окуп будет. Это инвестиции для кентухи я делаю. По-моему, это вообще самая гениальная тактика для троллинга. Так, ну что ж, пока каточка ищет, мы и зайдем в клан. Блин, ребята, я так много всего хочу сделать. Глаза разбегаются, вы даже не представляете. Так, давайте-ка мы кого-то кикнем. Так, кого бы кикнуть, кого бы кикнуть. Хаслик, 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 братан. Пока, пока, чао, какао. Блин, это полный трэш. Так, ребята, и давайте ща мы зайдем и купим ему камоночек. 50 штук. Будет Абовин с ними играть. Все нормально. Абовин, братик, можешь не благодарить. Как говорил мой дед, я твой дед. Все нормально, вели суеты, братва. О, котка нашлась. Подтверждаем. И сейчас, ребята, немножечко Абовину подпортим статистику. Самую малость. Чуть-чуть, чуть-чуть. Надеюсь, Абовин не разозлится. Ой, перчатки геометрик 5000 продаем. Блин, ну тут не окуп немного на геометрик будет, если его их купят. Так, тут надо за 4000 продать, чтобы окуп был. Да, 3 плюс 200 голды окуп, нормально. Ну, по остальное как будто все дешевое. А, нет, вот еще. А, так это тоже дешевое. Что за фигня? Кентуха, где скины все? Потерял. Так, я думаю, сейчас посливать его пару скинчиков еще, чтобы они на рынке просто стояли. Опа, за 35 тысяч калашек можно вот этот выставить. Прикиньте, купят кто-нибудь. Просто вот это неплохо. За 8 тысяч можно выставить. Блин, у меня главная надежда, чтобы эти скины дорогие, у него никто не купил. А то реально он в небольшой минус уйдет. Вот это дорогая мочка. За 6500 выставляем. 500 офигеет, когда увидит, за какую цену я их выставляю. Он реально такая может ситуация быть, что купят скин подороже. Что, этот калаш до 5000 почти поднялся? Срочно. Цену ему новую делаем, 5200 минимальная пусть будет. Так, я думаю, последний скинчик, который я солью, это будет вот этот. В принципе, за 7000 также выставляем. Все, имба. Будет прикол, если реально кто-то купит что-то у него. Это будет просто фиасочка небольшая. Блин, а стойте, а что если авик его выставить не за большую сумму? И керамбит, подождите, надо также выставить не за очень большую сумму. Просто от рынка, поняли, за 100 тысяч голды вот это выставить? Не, давайте такую сумму, чтобы он в окупе хотя бы был. 105 тысяч голды. Так, а вот это можно за 100 тысяч тоже выставить. Все, 80 тысяч он получит, имба. Ну так, я зашел. Давайте посмотрим, кто играет за меня. Блин, за меня будут софт играет, чекайте. Давайте напишу, пока бо ты. Ха-ха, и просто берем и выходим. Абовин, Абовин, Абовин. Так, ребят, найс, все, мы вышли. И теперь давайте зайдем в личное сообщение. Можно ваш клан Пепис? А я ему напишу. Я нубом не беру. Пыжи, не кикуй. Давайте я напишу. Ты нуб. Ну чисто, ребята, от лица Абовина всех побзываю. Посмотрите, посмотрите на его камонки. Как же много у него камонок. А прямо сейчас я отключусь с рейтинговой игры. Абовин, брат, извини. Его поду понизили. Минус одна катка. Сколько мы ротняли? Блин, а, еще неизвестно, сколько мы ротняли. Но по-любому очень-очень много. Так, у него 14500 голдишки. Я куплю 5 ревенж кассиков. И откроем их, пацаны. Ну а че нет-то? Че? Нос! Ха-ха-ха. Что у нас по кланчику есть интересного? Ну, кланчик, в принципе, можно 100 лидера выдать братве, чисто, чтобы она руководила кланом. Вот так всем 100 лидера выдать. Я думаю, ему хватит столько руководящего состава в клане. Будут сейчас клановые битвы стартовать, бустить ему клан, а то у него что-то гоут элит 1. Нормально. И теперь я хочу ему помочь зайти забустить союзники, потому что там, скорее всего, читаки будут, и мы, скорее всего, сольем ему звание из-за читаков. Ничего себе, Абовин, легендарка выпала на его аккаунте. Ну, навалила так навалила, дроволечки ты моя. Второй раз легендарка, еще и статрек. Обалдеть. Третий раз ему выпал эпик. А прикиньте, еще Абовину выпадет нож. Не, ну это конечно, будет лютый разнос. Это прям будет лютый разнос. Так, смотрим дальше. Перец. О, вот это уже нормальный дроп выпал Бобовину. Так, так, так. Игнат. Бобовин любит Игната. Особенно любит на него садиться. Ха! Ой, у меня управление не настроено.
А, я вот так буду просто бегать его. Потом вот так бить. Короче, имба. Гоу, гоу, ножи, мид. Гоу, они согласны. Все, я погнал. Что же мы еще сделаем на его аккаунте? Слушай, что-то у него слишком много наклеек. Дорогулечки, ты моя. Минус первая наклеечка. А, минус вторая наклеечка. Дальше, дальше, дальше. Минус третья наклеечка. И минус четвертая наклеечка. Ну все, ребята, немножечко навелись суеты на аккаунте Бавовина. Так, управление настроено, можно тащить. Это будет угар, если я сейчас кого-то не прощу с таким управлением жестким. Подходи поближе, подходи поближе, подходи, не бойся. Давай, давай. А, жми, жми, не жмется. Тихо. Нет, это нереальное управление. Чисто поворачиваться, как тут поворачиваться, я не понимаю. Тут только одним... А давайте я продам какой-то дорогой аркан. Например, перчатки Оникс. Это по-любому его любимые перчатки. Сейчас я их продаю, продам их за 0.03. Абовин, брат, извини. И давайте я ник поменяю. У него никакой. У него ник Абовин, а я сделал ник Ябавовин. Офигенно, просто посмотрите, я все делаю только мышкой. Бегаю мышкой. О, я знаю как. Все, я нашел, походу, тактику. Так, вот так, немного повернемся. Все, идеально, теперь выше прицел. Все, отлично. Да нет, нет, не оббегайте меня, у меня печально все и так. Ну ладно, я, в принципе, играю, как кентуха учил, в принципе, нормально. Ничего новенького вы, братва, не видите. Наверное, со стрима уже привыкли, что такая отыгровка происходит у кентухи. Поэтому я притворяюсь кентухой в его же каточке, на его же аккаунте. Что ж мы еще сделаем на его аккаунте? Давайте вот эти АВМы Посейдоны попродаем. Он, походу, их купил очень много, не знаю, возможно, он хотел стать трейдером или еще что-то. А я их просто возьму и продам-то сюда на базу. Просто продал штук 5 сходу моментально кабанчиком. Блин, ребят. Это представьте, как же Абовин будет в шоке. АКР Дрэгон, просто прикиньте. Абовин играет с этим АКРом. А я возьму и его тоже продам за одну голду. Походу, это слишком жестко, ребята. Посмотрите, что я творю. Я продал его КР, я продал его перчатки. Давайте нож поменяю на стилета тайдай. Кстати, а мне интересно, а что же там у него за паттерн? А ну-ка. А, ну паттерн, конечно, так себе, дед. Я думал, у тебя вкус получше. Паттерн, ну чё так себе. Сейчас хотим прицелимся и бежим. Первый. Нормально. Первый килл на мышке чисто сделали. О, у меня есть идея. Где его легендарный М40? Вот его легендарный М40. И давайте прямо сейчас наклеим сюда шилд. Просто на М40 наклеим шилд. Все, сюда на базу. Наклеил. Походу, он меня прибьет, когда он все это увидит. Прикиньте, ранг слил. Продал все дорогие арканы, купил комонки, все скины поменял. Просто представьте его реакцию. Да он же просто будет в шоке. У него просто челюх отлетит. Так, так, развернемся. Ой, 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 где он? Ой, отлично, мой последний. Чекайте. Но! Как это делается? Что? Да ну нафиг, мы что еще выиграть сможем? Это жесть, что? А, стоп, я научусь поворачиваться. Так, мужики, смотрим дальше. Что ж мы еще сделаем? Статрек P350 Райдер. Подождите, а что это за наклейки? Мне показалось, или она встретила наклеечку. Дорогулечки, ты моя! Стираем, конечно же! Стираем, не думая! Дальше у него есть USP Genesis. А давайте я этот USP Genesis запрячу на рынок за 48 косарей! Он по-любому, когда зайдет. О, а вот этот чармик мы, конечно же, применим. А давайте вот этот его чармик я применю. На MP7 граффити! Пойдет, пойдет! Нормальный черм! Дед, нормально делать, нормально будет. Слушайте, ну мне кажется, я уже достаточно жестко его пророфлил. Я думаю, что настало время набирать молодого. Хотя нет, давайте я еще напоследок сделаю крафт его рарок. Ой, нет, молик, нет, нет, нет. Но, ай, блин, еще почти второго забрал. Мужики, по одному. Первый. Так, развернуться срочно, развернуться. На, второй! Ху-ху! Вот это наводочка жесткая! Так, что можно крафтить? Мне надо найти тот скин, который можно крафтить. Срочно дайте мне рарку! Я хочу крафтить, хочу крафтить, хочу! О, найс, найс! Блин, ребята, это будет реально слишком жестко. Так, раз, два, три, погнали! Да ты что, какая красота! Ай-яй-яй, просто не залетело, как обычно, под конец идеально. Ой-ой-ой, ладно, смотрим, сколько плюсик кенту дают за такую отыгровку гениальную. Ой-ой-ой, минус 20 всего лишь, блин. Ладно, идем к кентухе, смотреть, что он с моим аккаунтом сделал, что я с его аккаунтом сделал, пусть тоже оценит, погнали. Ну что, братик, кто первый будет реагировать?
Ну, я уже вижу фигню какую-то, что у меня БММ забанен на 40 минут, что за фигня. Брат, короче, сказали, что играешь в софту. Поэтому тебя и забанили на 40 минут, поняли? Сказали, первый раз, как ютубера, ну, на 40 минут. А чё, подожди, я проверю, там не было софтера хотя бы? Ты просто так, походу, ливнул, да? Это софтер. А, нет, ты там софтера чё гонишь? Да ладно, дядь, ну тебе не привыкать проиграть. Ну, короче, дядь, ну немножечко. Тебя слили. Брат, как тебе твой ник? Посмотри. Братик, ну подожди. Давай, не нажимай. Можно вначале в клан зайти. Брат, я кикнул одного нуба. Ты не против? У кого? А ну, хаслик. А что тут еще один хаслик? Я не знаю, дядь. Ну я просто. Куда взялся? Я посмотрел тот, что неактивный, того и кикнул. Слышь, походу, фейкового хаслика кикнул. Это. Я не знаю, а фейки в клане запрещены, подожди. Так, дядь, теперь сходи в сообщение. В сообщение, дядь! Ты что всем написал? Это Кент был на моем аке. Брат, теперь заходи в самое интересное. Это инвентарь! А, друзья у меня также остались, да? Ну, брат, одного какого-то нуба галимого удалил. Неплохо, так крафтить надо сразу. А, сразу крафтить пошел. У меня инвентарь лагает, ты что мне с инвентарем сделал? Брат, я тебе говорю, я там такое сделал, ты даже не представляешь. Ты что, надо убрать эту всю фигню из-за него. Брат, а ты не любишь орать с коммунками? О, все, слушай, да ну нафиг, я думал, больше будет. Ну что, Абовин, братик, ты заметил, что у тебя немножко уменьшилось валдишечки? Что, сколько было? Брат, у тебя было 140 тысяч, я немножко тут купил кейсик. Слушай, М40 на месте, имба. Брат, а ты посмотри на своем М40, в нем ничего не поменялось. Ой-ой-ой, шилди какой-то на лице. Дядь, а у тебя перчатки там случайно не пропали никакие? А какие пропали, я так и не помню. Я помню, какие-то были еще. А, красные пропали? Вот, да. А у меня они раньше разве на... были? Братик, ну смотри, я продал твой любимый кардрен, с которым ты играл, но я подумал, это скин для нубов. Ну ладно, если что, потом кинешь калаш, ТХ мне. Братик, как тебе история продаж? Ну не против, что я немножко посуетился, немножко продавал. Я, в принципе, тоже там, у тебя немного. Почти ничего не слил. Ладно, давай, сходи дальше. Стой, а где Дигл? А, дядь, посмотри на век ТХ, ничего не заметил? А что ты заметил? Блин, чувак! Походу можно было тебе ничего не говорить. У тебя было 4 наклейки на вики ТХ. А где еще одна? Ну а ты как думаешь, где? Крали. Так, ну в остальном вроде все на месте. Ну шо, братанчик, светолог, ща будем смотреть, что же ты сделал у меня на аккаунте. Оцени свой ММР новый. Подожди. Минус 20! Так посмотри, я там тащил жестко. Обалдеть, значит ты потел, старался и минус 20? Ты бы знал, как я играл. Так, ладно, ну шо, вроде, понравилось смотреть дальше. В сообщениях ты никому там ничего не писал. Ну я, кстати, про сообщения забыл. Забыл. Ник не поменял. О, я тоже про это забыл. Нет. А, то есть, как я понимаю, вся суета в инвентаре, правильно? А, еще клан оцени сначала. Блин, чувак, они же клан могут удалить. Вашу Машу, ты еще всем дался лидера? Подожди, а сколько у меня было голды? Я не помню, кстати. Так, я сейчас зайду в историю продаж, если ты что-то сделал, тебя было. Ты что, ничего не продал? Я забыл продать. Дядь, ты че, а что ты делал? Ща узнаешь. А ну-ка, применить. Его надо надеть на мой любименький. Абовин! Ты чего? Где мой авик ТХ? Фу! Ты гонишь, я уже обсерился. Дядь, не шути, так это мой родненький авик. Подожди, а где мои перчатки? Чего? Ты гонишь? Я их не особо выше рынка продал, думал, может, кто купит. Дядь, ты чего, ничего себе. Ты решил мой КРТХ продать? Блин, дядь, ты, ну не пугай меня так сильно, мне страшно стало. А где мой М16? А, походу купили. Чувак, как купили, где мой М16? Бавомин, ты что творишь? 4 шилта ты стер! Они сами стерлись. Чувак, что ты сделал на моем аккаунте, ты его украл? Стоп, а где мой клинский пак? Вот подожди. Я и фиг поймешь, куда он пропал. Ты чего открыл? Нет! Ну шо, брат, я считаю, что подписчики должны написать в комментариях, что надо снять приложение, и тогда я зайду и продам тупо весь твой инвентарь за 0.03. Ну а пока что, ребята, на этом все. Поэтому, если вам понравилось это видео, где Абовин этот говнечело маленький меня затроллил. Ну и я его тоже затроллил. Ну шо, ребята, прямо сейчас все прожали по лайку, обязательно подписались на мой канал, на Бобомина подписались, написали любой хороший комментарий, с вами был ваш Кентуха и Бобовин. Все, ребята, всем удачи, всем пока-пока. Пока-пока.